1558 году, то есть через 6 лет после взятия Казани, Иван Грозный затеял новую войну, напав на Ливонию. Об участии в ней башкирских воинов историки говорят лишь предположительно, так как прямых документов, свидетельствующих об этом, пока не обнаружено. Изнурительная Ливонская война истощила все силы государства, и на Руси вспыхнула смута. Смута началась в начале нового 17 века. В 1605 году в Москву торжественно вступает Лжедмитрий. Его правление было недолгим. Уже в следующем, 1606 году, он был свергнут и убит. Вместо него появляется другой самозванец, Лжедмитрий II, стоявший в селе Тушино и поэтому получивший прозвище «Тушинский вор». Царь Василий Шуйский, несмотря на то, что был Рюриковичем, как и прежняя династия, не пользовался авторитетом у народа, так как был избран не земским собором, то есть всенародно, а посажен на трон Боярской думой. Тем не менее, он на правах законного царя призывает на помощь против тушинцев так называемую «понизовую рать», расквартированную в Нижнем Поволжье. В начале 17 века русская пехота была представлена стрельцами, вооруженными как холодным оружием, так и огнестрельным. На рисунке того времени мы видим их вооруженных копьями и бердышами. Но наиболее адекватно их изображают позднейшие реконструкции. Русская кавалерия была представлена конными стрельцами и поместной дворянской конницей. Привлекались на службу и регулярные части – казачьи части, донские казаки особенно, привлекались на службу калмыки, но с калмыками были сложные отношения, они могли и грабить местное население, поэтому их привлекали уж в крайнем случае, потому что калмыки иногда не разбирались, где противник, а где, собственно говоря, своя сторона. Это была очень такая опасная армия. И на службу привлекались татарские мурзы, касимовские мурзы, а на службу привлекались башкиры. Объединенные силы возглавляет нижегородский воевода Андрей Алябьев. 2 декабря 1608 года объединенное войско двинулось к Балахне, небольшому городу, который был на стороне Лжедмитрия II. Воеводы князь Александр Андреевич Репнин и Андрей Семенович Алябьев, дьяк Василий Семенов приговорили идти под Балахну. А с ними дворяны детей боярских и татары башкирцев, и стрельцов и казаков, и всяких ратных людей. Отряд Алябьева взял штурмом Балахну, после чего началась зачистка территории от отрядов тушинцев. 2 декабря Балахна была взята, но после взятия Балахны начались боевые действия вокруг этого города. И до 5 декабря происходила такая расчистка территории, когда разгонялись отряды тушинцев из окрестных сел, была освобождена дорога на Нижний. Нижний был теперь уже снят с блокады, поскольку он был блокирован восставшими татарами, марийцами и чувашами. И затем отряды понизовой рати, в которых были башкиры, нанесли следующий удар. Декабря в 10-й день воевода Андрей Семенович Алябьев, а с ним дворяне и дети боярские, и головы стрелецкие, и Литва, и немцы, и казаки, и башкирцы, и всякие ратные люди ходили на воров к селу Ворсме. И не доходя Ворсмы за 5 верст, воровских людей побили многих, а иных живых поймали, и побив село Ворсму, зажгли. Освободив от тушинцев Верхнее Поволжье и Подмосковье, понизовая рать в марте 1610 года вступила в Москву. Поход, длившийся почти 1,5 года, был завершен. Нижегородские служилые люди и башкиры были распущены по домам. Тогда правящим кругам в Москве казалось, что после череды побед над Лжедмитрием смута закончится со дня на день, а потому присутствие в столице огромного числа вооруженных провинциалов неуместно и разорительно. Бояре и не подозревали, что им вновь придется просить у них помощь уже через несколько месяцев. В
Еще до решающих побед по Низовой рати над Лжедмитрием II Василий Шуйский призвал на помощь шведов, пообещав отдать им Карельский уезд. Но шведы были заклятыми врагами поляков. Поэтому искомый казус Белли был найден, и Речь Посполитая объявила войну Московскому царству. 26 июня 1610 года польский гетман Жалкевский в битве при Клушнино разбивает войска царя Василия Шуйского. Польская армия начала 17 века была одной из лучших европейских армий. В составе польской армии были гусары. Это была лучшая конница того времени, оснащенная хорошим вооружением, имевшая хорошее защитное снаряжение, имевшая великолепных лошадей и имевшая большой опыт ведения боевых действий. Москва была в осаде от войск недобитого Лжедмитрия II и гетмана Жалкевского. В этой ситуации бояре свергают своего незадачливого царя Василия Шуйского. Выбирая из двух зол меньшее, то есть между самозванцем и поляками, Боярская дума соглашается принять на царство королевича Владислава. Пленного русского царя, как вождя какого-нибудь варварского племени, привозят в Варшаву для демонстрации королю Сигизмунду III. Боярская дума согласилась принять польского королевича на русское царство, да народ не согласился. Патриотические силы, находившиеся на окраинах государства, вновь стали формировать народное ополчение, вошедшее в историю как первое. Первое ополчение возглавили боярин князь Дмитрий Трубецкой, дворянин Липунов и казачий атаман Заруцкий. Башкиры также были приглашены для участия в нем. В феврале 1611 года они в составе отряда Трубецкого выступили из Нижнего Новгорода и отличились в бою под городом Бронниц, что в 50 километрах от Москвы. Однако вскоре первое ополчение распалось. Россия находилась в отчаянном положении. Юг страны разоряли крымские татары. Север – шведы, которые из союзников вдруг превратились в оккупантов. Государством формально правила так называемая семибоярщина. Переходное правительство из семи бояр. Но фактически – поляки, сидевшие в Кремле. Тогда началось формирование второго ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Михайловичем Пожарским. И они обратились к жителям всех поволжских городов, и в том числе нерусским народам Поволжья и Приурале, с тем, чтобы они составили это ополчение. На призыв Минина и Пожарского откликнулись башкиры, которые и в этот сложный период времени приняли совершенно правильное государственное решение стать на сторону сил, которые стоят на защите интересов страны и законных сил, не впали вот в политические вот эти дебаты, связанные с династическими польскими претензиями и другими. Башкиры пришли в этот состав этого ополчения. В состав ополчения вошли черемисы, марийцы, чуваши и татары. Но башкиры были очень нужны для ополчения. Почему? Это было конное войско. В ополчении было очень много пеших воинов, а вот конных было мало. В начале сентября 1612 года на помощь к осажденному польскому гарнизону Кремля подоспело войско гетмана Хаткевича. Войска второго ополчения насчитывали около 8 тысяч человек. Казаки, стрельцы, башкиры, дворянский и крестьянский отряд. Большую часть войска Хаткевича составляли запорожские казаки и гусары. Всего 12 тысяч человек. Несмотря на численное превосходство, Хаткевич потерпел поражение. Бой шел целый день. И вот здесь башкиры участвовали в конном строю, в бою против польских гусар. Это было, в общем-то, сильные боевые, такие серьезные боевые действия. Поляки оттеснили войска второго ополчения. Ночную контратаку возглавил сам Минин, собрав оставшиеся резервы. И поляки были разбиты. Мы говорим о том, что Кремль был освобожден войсками второго ополчения Минина и Пожарского. И среди освобождавших Кремль как раз была башкирская конница, которая, собственно, выполнила свою основную задачу. We'll be right back.
Много лет спустя царь Алексей Михайлович написал уфимскому воеводе Федору Андреевичу Алябьеву, сыну героя войны с тушинцами Андрея Алябьева. «Башкиры при прежних государях и при отце нашем, блаженной памяти при великом государе-царе и великом князе Михаиле Федоровиче всея России, московское разорение были под Москвою, и до московского разорения были в нашей службе под Новым городом, на Бронницах с боярином, с князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким. А после де того были они на нашей службе в полку у боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского». После смутного времени было понятно, что башкиры могут на равных воевать с поляками. Это было понятно после боев под Москвой. Для того времени это была вполне нормальная конная сила, которая выполняла поставленные командованием задачи и вполне успешно решала их в ходе боевых действий. И было понятно, что башкирское войско – это, в принципе, вполне адекватное конное войско в военной философии того времени. Таким образом, в тяжелый период смуты башкиры, верные данным ранее обязательствам, дважды в 1608-1610 и 1611-1612 силы и оружие, жертвуя своими жизнями, способствовали сохранению независимости российского государства. Закончилась первая русская смута. Вторая смута произойдет через 400 лет в 1917 году, а пока на престол Рюриковичей взошла новая династия Романовых. Башкиры в самый критический момент истории России отдали все силы для ее утверждения. Романовы помнили это и вплоть до 20 века сохраняли за башкирами их вотчинные права на землю, хотя и не всегда последовательно. Едва прогнали россияне ворога польского, как затмили свет стрелы кочевника монгольского. Тайша Тайчин привел несметные рати, то калмыки пришли нечаянно, как тати. Башкиры боронят от них родной Урал, прогоняют туда, куда Макар телят не гонял. Подрались, а подравшись помирились, царю батюшки в изменах винились. Затем вместе ходили хана Крымского воевать, славу московскому царству добывать.